Сейчас, смотри. Вот это вот все, смотри, видишь? Вот эти вот растения зеленые. Это багульник. Багульник. Да, багульник. Или по-другому он называется дурман трава. Ножницы. И что? Все, собираем. Вот, смотри, берем вот это. Угу. И вот это берем. Вот это вот мы все собираем. Видишь? Да. Вот это растение. Вот так. Растения ядовитые, поэтому в лесу находиться долго нельзя. Не зря же она называется дурман-трава. Так, вот. Поэтому набрали. Багульник убивает всякую нечисть. Поэтому его тоже полезно держать. Но мы применяем его тем, что окуриваем им пчел. Впрочем, иногда и полезно под этим дымом побывать и самому человеку. То есть, оказывается, и в нашей Руси тоже использовали такой принцип. То есть, человеку давали дышать над дурманом. Идет кашель, и с этим кашлем вываливается большое количество паразитов. И вот, как пример, у нас один, мы проводили семинар в Турции, есть такой доктор Дима Берков. Он привез с собой туда дурмана, зарядил кальян, собрал ведущих докторов, профессуру, все, и дал им покурить. Марихуана? Нет, вот как раз дурман. А дальше началось. В туалет создалась давящая очередь, потому что все начали кашлять, и у кого там в легких есть паразиты, он начал выплевывать их. Так вот, у индейцев, прежде чем, если новый человек пришел в стойбище, они ему давали эту трубку мира, покуривая, показывая, что смотри, у нас у всех все хорошо, вот вам трубка мира. Мы говорим дурман покурить, а что именно там? Это белина? Нет, не белина, это дурман, это трава дурман.